Сегодня на благоустройство Самары работает порядка 300 единиц спецтехники. Для города-миллионника площадью более 500 квадратных километров этого явно недостаточно. 200 миллионов из городского бюджета пойдет на приобретение новой техники. Она будет всесезонной, чтобы ни одна машина не простаивала по полгода без дела. По поручению главы городской администрации Олега Фурсова, все структурные подразделения мэрии оперативно провели ревизию расходов на 2015 год, в результате чего дополнительные средства были найдены. Источником этих средств определены прежде всего и в основном это перераспределение средств, ранее учтенных в бюджете, в том числе уменьшаются расходы, ранее предусмотренные в бюджете, на индексацию окладов муниципальных служащих. Также принято решение не тратиться на информационно-аналитическую деятельность и сократить расходы на проведение выборов и содержание избирательных комиссий. Десятилетия откладывали от принятия подобных решений. Так, техника, которая на сегодняшний момент у нас составляет парк уборочной техники, она устаревшая. Более того, там 180 единиц фактически, 4 пятых этого парка уже имеет 100% износ. Город у нас современный, с современными улицами, и мы не можем допотопными средствами производить эту уборку. Это сказывается на качестве. Также сегодня в бюджете города учли поступления из вышестоящих бюджетов – 1 миллиард 200 миллионов рублей. Средства пойдут и на социальную политику, развитие детских садов и школ, поддержку социально незащищенных граждан, опекаемых детей и детей-сирот. Изменения в главный финансовый документ города депутаты одобрили сразу в двух чтениях. Таким образом, доходы областной столицы в 2015 году составят порядка 15 миллиардов рублей. Расходы на 600 миллионов больше. Марина Матвеевна, Артем Сулайманов. События.